К Ольге и Дмитрию присоединяется упомянутый уже ансамбль «Надежда». На этом концерте в нашем саду «Надежд» мы точно не могли без них обойтись. В этом году ребята стали лауреатами 31-го московского конкурса авторской песни. Ансамбль «Надежда». Еще одна прекрасная песня о любви. Не греет любовь и не светит сквозь времени круговорот. Любовь не живет на планете, а тачку с планетой везет, а тачку с планетой везет. В пути ни конца, ни начала. Ba-b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 a